Добрый день, девочки. Сегодня на повестке у нас два вопроса. Первый вопрос. Так как я давно не была у нас здесь в офисе, все то карантин, то еще что-то. В основном Таня была. Вот. Хочу показать как обзорные нашей этой студии. Вот. А обзорные студии. А второй вопрос. Поговорим по мастер-классам. Ну вот обзорные смотрим. Так, эти все розы знакомые нам, знакомые. Эти знакомые, все нам знакомые. Так, эти цветочки знакомые. Но я уже, честно сказать, соскучилась. Хоть эти цветы и старые для меня, я знаю, когда я их делала. Но как-то все равно соскучилась, я честно вам говорю. Да, соскучилась. Дома у нас другие цветочки. Вот, а второй вопрос, девочки. Мне в личные сообщения пишут многие девочки, и очень им хочется, чтобы я выставила мастер-классы. Мастер-классы по картинам, дальше по каким-то таким цветочкам, ну, хорошеньким, и по цветочным композициям, в частности, маленькие цветочки, ну, скажем, маленькие розы, которые я размещаю или ставлю в вазы. Вот, значит, девочки, хочу вам сказать, с понедельника я этим вплотную займусь. Поэтому каждый мастер-класс, который я буду проводить, я буду выставлять. Выставлять на свой канал в Ютубе. Будете смотреть. Вот такие две новости я вам хотела сообщить.